Всем привет, дорогие друзья! Это новый сезон, это новый ролик, это новый проект, новый челлендж и новая цель. Совсем недавно я поднял Джеки на 1000 кубков, провел несколько очень душевных, классных стримов, где, как надеюсь, и мне, и вам было по кайфу наблюдать за этим процессом. Я реально кайфанул. И с нового сезона я подумал, а может быть еще какого-то перса взять и апнуть на 1000? Да, эту идею я положу на полочку, но сейчас я придумал более интересное, надеюсь. Ребят, я очень прошу вас поддержать лайком. Я сейчас нахожусь на основном аккаунте, сегодня сбросили кубки. На данный момент у меня 17 014 кубков. Сезон продлится 2 недели. Как раз сейчас карантин, никуда не поедем, никуда я не... Ну, то есть я буду дома, а у меня всегда проблема была, это нехватка времени. Я всегда где-то в разъездах был. Сейчас я максимально сижу дома. Я запускаю новый челлендж. Ребята, до конца сезона попробовать поднять 20 тысяч кубков. Представляете? Нет, это шутка. Посмейтесь, пожалуйста. Давайте в эту секунду вы пообещаете, что вы посмеялись. Ребята, какие 20? 30 тысяч кубков. Я хочу взять 30 тысяч кубков до конца сезона! Я, короче, вообще, послушайте. Я вот недавно на стриме сказал какую-то дебильную идею. Я хотел провести стрим 2 недели. А создать новый аккаунт, выбить всех персонажей и апнуть 14 тысяч кубков во время стримов. Реально, не вырубать стрим. Идея безумная. Можно начать с малого. Можно там, допустим, 1000 кубков сначала за стрим, потом 5000 кубков за стрим, потом 10000 кубков за стрим, там, или 8, неважно. Но это потом. Это у меня много разного интересного. Я все хочу, но надо определиться. Я определился. Я хочу 30 тысяч до конца сезона. Я посчитал. Это на данный момент по 890 кубков на каждом персе. Это немало, но есть персы, которых я могу чуть-чуть выше поднять, допустим. А также скоро добавится спраут, а это еще меньше. Это получается по 850 кубков на каждом персе. Друзья, это очень весело, это очень круто. Поэтому начало сезона мне вот в такой вот особой акции дарит 30 тысяч кубков. Ну, то есть, путь на 30 тысяч кубков. Я сейчас возьму спайка, погнали в онлайн-каточки, и я вам все расскажу. Если вы поддерживаете, я попрошу новичков, кто впервые на канале, подписаться, дабы эти 2 недели провести вместе со мной. Ребята, сейчас реально время, которое нужно вот отсидеться дома, максимально сократить ваши встречи с разными людьми, отказаться от разных массовых мероприятий. Да, сложный период, возможно, не всем по кайфу сидеть дома, но давайте это время проводить тогда вместе. Я предлагаю такой челлендж, вам предлагаю за ним понаблюдать. Я до 30 тысяч, кстати, вызовы, если вдруг кто-то там сейчас начнет вызовы кидать, я не буду принимать, скорее всего, вызовы, потому что я хочу это делать сам для себя, вне в соревновательном режиме. Вау! Короче, будет жесть, пацаны! Реально будет жесть. Так, стоп, минус 7. Хух, сорян. Я не буду играть, скорее всего, в ШД. Не, это будет и ШД. Это будет и 3 на 3. Высокие кубки, это будет, скорее всего, только 3 на 3. Блин, меня по-любому... То есть я... Ну, это будет жестко, реально. Опять же, для хороших игроков, которые хорошо играют, которые прям, ну, мастера своих дел, да, так скажем, в 3 на 3, для них 30 тысяч это обычное дело на данный момент с таким количеством персонажей. Я согласен. Но я игрок, который играю в игру непрофессионально. Я играю по фану в игру. Воу. Видите, меня даже Эмс вот только что чпокнуло. Да что ты сделаешь мне впритык, дура ты, лохушка тупая? Ха, ничего не сделаешь. Поэтому для меня 30 тысяч это как-никак галочка. Конечно же, я бы хотел там на какие-то рекорды идти, но пока я хочу пока что 30 тысяч. Хотя для меня даже 30 тысяч, мне кажется, я вряд ли смогу. Но 2 недели, каждый день я планирую стримить просто беспрерывно. Ребята, кто со мной, кто поддерживает, прямо сейчас лайк, прямо сейчас колокольчик, прямо сейчас оформляем подписку. Эти 2 недели, надеюсь, будут веселыми. Я очень настроен на рекорды свои личные. Поэтому приходите, это, возможно, будет интересно. Следующее, новые проекты. На самом деле, я уже один интересный фановый проект придумал. Он не будет каким-то киберспортивным, там, супер азартным, но он будет интересно фановым. Я его запущу параллельно. Он никак не будет мешать моему вот этому делу, которое я себе задумал. Вот, я буду параллельно кубки апать, я их буду в основном апать на стриме. То есть, все, да, я, то есть, всех будут кубки практически
на стриме апаться. Но параллельно хочу один проект замутить. Вот, я для него уже все практически подготовил там. Ой, он не сложный, он такой будет фановый. Сколько смогу, сколько я смогу. Но для начала надо путшели закончить. Путшели закончим обязательно, я его разыграю. У нас путь пижона, кстати, уже на финале. И я не знаю, путь пижона заканчивать на этом канале или все-таки на холдинг стриме. Посоветуйте мне в этом плане. Это очень важно, напишите, не проигнорируйте мою просьбу. Там реально, там видос, ну, я надеюсь, что будет супер. Но я думаю, скорее всего, на холдинг стриме. Просто холдинг стрим тоже ж как бы надо поддерживать. Но там ролик такой прям сочненький, на основе бы залетело нехило. Посоветуйте, где публиковать его. Если на холдинг стриме, то подписывайтесь на холдинг стрим. Дальше. Новый проект запущу параллельно. Путшели для начала закончим. Вот. Я разыграю путшели, подарю кому-то из вас. И сразу же запущу следующий. И я буду, короче, я решил реально задрить на основе. Я решил, короче, пытаться развиваться в 3-на-3 режимах. Пробовать обучаться. Как у меня получится, не знаю. Вот, но я думаю смогу, возможно не за один сезон, возможно. Посмотрим, я не знаю на что, хватит у меня сил, терпения, скилла или не хватит. Я вот серьезно, вот пока не могу знать, вроде как кажется, ну 800, там 70 или сколько, там по 800 с хером кубков, вроде как должен, да. Ну а там как к делу дойдем, а вдруг у меня не получится, ну тоже как бы, да, понимаете. Ну, я надеюсь, я хочу, я запланировал, я настроен. Блин, я сегодня же это начну делать. Приходите сегодня на стрим, это будет, возможно, весело. Это будет хороший такой пик, я буду вам все результаты записывать на видео. Я надеюсь, вам тоже будет интересно наблюдать, чем это все закончится. И, блин, 30-ха. То есть, недавно у нас был челлендж, где я апал 20 тысяч кубков. 20 тысяч я апал, вот, и, короче, ой, я апал, я извиняюсь, мы втроем апали, я, Бази и Аурум. И, блин, ну как-то вот с натяжечкой на двадцаточку вышел, это меня тошнило от игры, реально меня тошнило. Вот, но сейчас я, понимаете, просто проникся из-за того, что, ну, реально карантин, и надо чем-то себя завлекти. Ну, понятно, что можно там книги почитать, понятно, все, не только же в игры играть, но... Кого мы обманываем? Конечно же, из этого я выберу челлендж на 30 тысяч кубков. Вот, поэтому, если вы поддерживаете, дайте знать. Если, допустим, я увижу, что кислые лайки будут... То есть, какие-то кислые лайки, я не буду пробовать, что они... Ну, какие они на вкус. Я имею в виду, что, ну, тухленький будет активчик. Особо ролик много лайков не наберет. Значит, я это определю как для вас не особо интересная тема. Но я все равно попытаюсь, но буду, возможно, не с таким азартом. Если вы тоже хотите, я вас попрошу просто поставить лайк, подписаться, и все. Я просто вот максимально поставьте, я хотел бы 100 тысяч лайков на таком ролике. Блин, очень бы хотел, а там как получится. В общем, сегодня мы начнем, я вас всех жду на стриме. Я очень-очень-очень хочу это все сделать. У меня много персонажей, которые еще даже не на 500 кубков, а это плюс 2000. То есть я сейчас, моя цель сейчас 20-ку апнуть. По-бырому. Вот. Ну а дальше уже, да, дальше уже рекорд пойдет. Мой рекорд 20 тысяч. И дальше уже все остальные кубки уже будут как новые, да. Но опять же, сейчас только персонажи, что сейчас немножко проще это делать, чем раньше. Поэтому я вот решил 30-ку. Раньше, чтобы взять 30-ку, это надо было каждого перса на косарь. Ну, и для меня это невозможно. Невозможно вообще, я... Да камон, я еле Джеки поднял на 1000, а Джеки это один из самых имбовых персов в игре. Что уж говорить, если там брать там Мортиса какого-то, не знаю, Рикошета, там, Мистер... Ну, Мистер Пи еще ладно. Ну, короче, каких-то персов, на которых реально надо как-то уметь. Пенни, допустим, да? То есть, я их на 1000 бы никогда не вывел. Ну, вот 850, ну, мне кажется, я с хорошей командой, ну, завагоню. То есть, я хочу попробовать, короче, попробуем, я надеюсь, что вы за такую идею. Я хилюсь. Так, все, сейчас эту катку тащим. Я подготовлю сейчас еще один ролик для вас, сегодня, ждите. Или завтра выпустить, не знаю, посмотрим. И пойду готовиться к стриму, всех буду ждать на стриме. Блин, нифига, Кольт, что прошлый, что этот накидывает. Я вообще не понимаю гаджет на спайке. Он, наверное, больше
Блин, как так-то? Йоу! Вот так вот я собрался по 30 тысяч, не проверяя кусты. Но это ШД, это видос, я не, сейчас на волне, на таком, как сказать, на радостях. Не знаю почему, но я так хочу 30 тысяч, это будет весело. Причем я очень реально настроен. Надеюсь, вы с таким же боевым духом будете смотреть, как я настроен. И приходите сегодня на стрим. Я думаю, что в ближайшее время, на днях, уже будет 20 тысяч. Мне нельзя не терять ни секунды, ни минутки. Поэтому, блин, задрить придется до хера. То есть, вы понимаете, это мне надо поднять 13 тысяч за 2 недели. То есть, мне каждый день надо по косарю кубков. Приходите, стрим будет долгим и веселым. Лайки, подписка, до новых встреч, всех обнял. Фух. Приступаем. Надеюсь, вы поддержите.